Здравствуйте, ребята! Меня зовут Катя Бим, а это маленькие волшебники Бимы. Смотрите, какой домик мы с ними построили. Да, это наш прекрасный домик. А сейчас пойдемте погуляем. Пошли! И Шока тоже пошел гулять. А тем временем, пока никого не было, пришел Лайм. Пам-пам-пам-пам. Какой домик, а? Так и хочется похулиганить и сломать его. Ага, сейчас сломаем его. И раз, и два, и три, и четыре. О! Ха-ха, я сломал домик. Дыш, 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 дыш. Какой я хулиган. Так смешно! Ха-ха! Я пошел! Ай-яй-яй! Лайм, ну это же совсем не смешно! Ты же разрушил домик, над которым мы вместе трудились с Бимами! Они очень расстроятся! Ой-ой-ой-ой! Кто это? Кто это разрушил наш домик? Да! Кто это сделал? Какое безобразие! Мы строили, строили. А теперь у нас нет домика. А что? Это я разрушил домик. Это же так было смешно. Это же так было весело. Хе-хе. И я пойду и теперь сам построю домик. Не хуже этого, может быть, даже и лучше. Пойду, начну строить. И Лайм пошел строить свой дом. Он взял кубики, стал класть кубики один на другой. Вот так, как непросто строить домик одному. Но ничего, сейчас у меня получится не хуже, чем у них. Вот так. Ой, не получается почему-то. Я еще раз попробую. Ой, у меня ничего не получается. Вот. Вот так. Ничего не получилось у Лайма. Ведь разве можно строить домик одному? Никогда ничего не получится. С друзьями же гораздо лучше и веселее. Друзьями лучше? А я обидел своих друзей. Я разрушил их домик. Что же мне теперь делать? Как что делать? Конечно, попросить прощения. Извиниться перед своими друзьями. Я уверена, они согласятся с тобой вместе построить новый дом. Попробуй, Лайм. Минти, Ванила, извините меня. Я неправильно поступил, я плохо поступил. Я разрушил ваш дом. Простите меня, я не буду так больше делать. Давайте вместе построим домик.
вместе с вами. Это же, ну, это будет веселее. Конечно, Лайм, мы на тебя не сердимся. Давайте построим вместе новый дом. Ведь всегда все веселее и легче делать с друзьями. Давайте начнем строить дом вместе. Этот домик получился даже лучше. Ух ты, правда, высокий такой дом получился. Здорово, здорово! Мы вместе сделали дом. Спасибо, ребята. Вот мы с вами и достроили наш дом вместе. Лайм, больше не разрушай домики. Я думаю, что Лайм запомнил и больше не будет разрушать домики. И теперь мы все поняли, как здорово что-то делать вместе, а не одному. Ведь вместе получается гораздо веселее. Правда, ребята? До свидания, ребята! Пока! До следующих встреч!